Печальная весть о Крутом потрясла. Болезнь нарушила все. Игорь Крутой объявил об отмене проведения в этом году фестиваля «Новая волна». Произошло это по известной причине – пандемии коронавируса. Болезнь, распространившаяся по всему миру, нарушила планы композитора, организатора международного конкурса. Крутой рассказал, что до последнего откладывал решение о переносе мероприятия на следующий год. Он надеялся, что ситуация изменится и у него появится шанс собрать вместе артистов, жаждущих выступить перед любимой публикой. Тем не менее, безопасность и здоровье для Игоря Яковлевича превыше всего. Поэтому он принял волевое решение и отказался от проведения «Новой волны» в Сочи. «Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало «Новой волне» на протяжении 18 лет признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организаторам «Новой волны», компанией ARS, было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», – рассказал Крутой. Он добавил, что сожалеет о том, как все получилось, и поблагодарил друзей за поддержку. Фанаты не сомневаются, что в следующем году конкурс будет по-настоящему мощным, ведь у Крутого к тому моменту родится еще больше ярких идей. К слову, несмотря на отмену взрослой «Новой волны», Игорь Яковлевич все еще надеется, что сможет провести осенью детский формат конкурса.